Хоккеисты Александр Овечкин и фигуристка Адалина Сотникова снялись в новом клипе поп-исполнительницы Ольги Бузовой, которая преследовала цель поддержать игроков сборной России на чемпионате мира и показать, что они уже чемпионы. В кадре также появляется капитан московского «Спартака» Денис Глушаков, который с большой долей вероятности не войдет в итоговую заявку российской команды на Мундиаль. Известная российская поп-певица Ольга Бузова выпустила очередной видеоклип. Экранизация удостоилась новой песни исполнительницы под названием «Чемпион». Основные события сюжета разворачиваются на поле стадиона имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице. На первых кадрах Бузова в красном трико бежит по зеленому газону сквозь клубы дыма, а вслед ей летят острые стрелы.